Чем прием канале, чего не смотреть, сейчас тоже мама принесла. У нас есть вот такой планшет «Маша и медведь». Сейчас Юля в него будет играть. Привет! С ним можно разговаривать. Очень добрый день. Да. Вот, давай, что тут можно говорить? Давай, что тут можно говорить? Скажи, Маша. 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 Лапу давай. Маша. Добрые советы. Добрые советы. Добрые советы. Добрые советы. Не раскидывай одежду по дому, а аккуратно вешай шкаф. Помогай родителям содержать дом в чистоте. Так. Маша такая красивая. Миша тоже красивый. Маша маленький слегка, но это не беда. Да. Мы его подстрижем. А где сними меня? Почему у слона глаза красные? Для того, чтобы в помидорах мог прятаться. Да. Видели когда-нибудь слона в помидорах? Нет. Хорошо прячется. Правда? Да. Плохая девочка. Плохая девочка. Да, я не подарочек. Ну и у тебя ведь не день рождения. Спой песенку. Да без проблем. Подпевай вместе со мной. Нажмем сюда, это будут песенки. Нажимай сюда. А если вот нажать на эту кнопочку, будет музыка. Это будут сказки. Баба-яга и ягоды. В некотором царстве, в славном государстве, возле речки древней, у большой деревни стоял дремучий бор. Грибов и ягод водилось там, видимо-невидимо. Да только местным жителям радости от этого не было совсем, потому как обитало в чаще того леса старая корга, злобная яга. Жадная она была и никому в лес вступить не давала. Кого в трясину заведет, кого и вовсе изведет. Как-то летом в самую ягодную пасту задумала лакомиться земляникой. Да вот незадача. Не хотят ягодки в корзинку к старой девке. Если назад вот эту... Что будет? А это не кнопочки, это просто как разговаривать с Машей. А это как вот можно говорить сам. Ты будешь разговаривать с ним? Да. Очень добрый день.
Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот, еще планшет повторяет за тобой. Ты повторяешь. Ты повторяешь. Ты. Ты клюшка-подаюшка. Скажи, Миша, привет. Миша, привет. Миша, привет. Интересный планшет? Да. Это планшет, да. Понравился тебе? Да. Если вам понравился наш планшет, Маша и Медведь, ставьте лайк. Да. Миш, а у как меня клюет? Как надо лайк ставить, Юля? А у тебя клюет? Вот. И пап, подписывайтесь на наш клюет? Канал. А здесь клюет? А почему не клюет? Пап. А где клюет? А кто клюет? Ставьте лайки. Пока-пока!